Снял пшурку на ноги нож. Обычный рабочий нету, а сзади на мне нажал. Сел! Сел, эта история очень печальная, и сегодня я вам ее расскажу. Асан Тимирбаев жил на пособие по инвалидности в 35 тысяч тенге в месяц. Он перенес рак, ему удалили легкое, и он как 3 года жил в пристройке рядом с его разрушенным домом. В маленькой подсобке нет тепла и воды, а отапливается она маленькой плиткой. По факту инвалид жил в собачьей будке. Когда не в тюльпёж собаку заведу, вот когда мороз с ветром, собаку положу и сам спиной прижмусь. Нормально. Вся эта история началась в 2010 году, когда рядом с Асаном Тимирбаевым жил сосед, решивший присвоить себе участок между своим домом и домом инвалида. На этом небольшом участке скапливалась вода, и он постепенно превращался в болото. Сосед засыпал болото грунтом и строительным мусором. В итоге вся вода стекалась в дом Асана. За последний год его дом осел и развалился, поэтому он и живет в пристройке. Как выяснилось, сосед готовил площадку под строительство мечети, так как является правоверным мусульманином. Мечеть, правда, так и не построили, а сам дом сдается под аренду. 3 года Асан Тимирбаев судился с властями. В экспертизе, назначенной судом, говорится, что дом действительно находится в аварийном состоянии, и причина этого в строительных работах соседа. Также в экспертизе указано, что из аварийного жилья следует удалить людей, но инвалиду идти некуда. Судя по его словам, мужчина боится жить в своей подсобке. Он каждый день просыпается в сырой постели. Страшно представить, что творится зимой. Но буквально через некоторое время люди решили отозваться. Одинокому жителю Астаны все выходные на участке Асана Тимирбаева работали волонтеры. Они полностью расчистили территорию, спилили сухостой и снесли барак, в котором мужчина жил больше 5 лет. Ну а сам он на время строительных работ перебрался в общежитие. Такой отзыв, столько помощи прям на голову не свалилось. Забросали и продуктами, и вещами, и постельной принадлежностью. Ну, просто я не могу себя еще притянуть. Столько внимания и добра Асан не видел уже давно. Признается, не ожидал, что после выхода репортажа о нем в информбюро жизнь настолько изменится. Неравнодушные люди стали приносить ему одежду и еду. Активисты открыли счет в банке. Свое желание помочь инвалиду выразили 2 строительные компании. И как указывали СМИ, в ближайшее время активисты приступят к сооружению дома для Асана.